День добрый всем подписчикам Катранган. Как обычно, рад вас приветствовать. В данном видеообзоре расскажем вам о таком вот полезном приспособлении для туристов. Называется Neck Wallet от Sea to Summit бренда. Такой себе ношейный кошелечек для, скажем, всевозможных ваших походных ценностей. Как то документы, билеты, некоторая наличность, ваши карточки и так далее. Штука очень надежная, продуманная и максимально облегченная. Чем, собственно, и славится бренд Sea to Summit? Это своей технологичностью, минимальными весами продукции, ну и вообще максимальным удобством. Что можно сказать конкретно про данный кошелек? Как видим, выполнен он из кордуры. Надпись на бирке гласит, что это самое, что ни на есть кордура. Ну, в общем, как бы так оно действительно и есть. Конструктив достаточно, скажем так, продуманный, с обратной стороны, как вы видите, та, которая прилегает к телу, когда кошелек висит у вас на шее. Здесь такая специальная сетчатая подкладочка, которая, даже если, скажем так, он прилегает плотно к вашей коже, во-первых, адсорбирует влагу, испаряет ее, во-вторых, дает возможность протекать в этой сетке какому-то вообще воздуху, что, в общем, положительно сказывается на вашем комфорте. Что касательно конструктива, мы видим, что имеется вот такой вот верхний клапан, сверху в котором также присутствует еще небольшой кармашек, такой вот на маленькой молнии, кстати, молнии какашные. В этом кармашке вы можете носить всякую мелочь, которая вот вам бывает необходима часто. То есть простой доступ, можно всегда запустить туда руку и извлечь какую-то полезную мелкую штучку, которая у вас может быть. Когда мы откидываем клапан, мы видим здесь основной большой карман такой, один из. В нем же прячется непосредственно шлейка, при помощи которой вы можете носить на шее данное приспособление. Просто выправляете ее наружу. Она регулируется, к слову сказать, по длине, то есть можно отрегулировать на любую длину, как вы видите. Вот, и таким вот образом и носится на шее. Также, помимо основного большого кармана, есть еще вот такой боковой карман, причем расширяемый, он с такой вот складочкой и достаточно неплохо расширяется. То есть вместительный карман, в него могут войти какие-нибудь вещи покрупнее. Ну, скажем, стопка ваших паспортов с билетами вместе, образно говоря. Кроме всего прочего, к нему также свободно открыт доступ, даже в случае, когда кошелек застегнут как таковой. То есть молния идет сбоку, всегда можно открыть и достать то, что считаете необходимым. Помимо данного расширяемого кармана присутствует еще также пара достаточно вместительных кармашков, которые вы тоже можете без труда разложить все ваши необходимые в переезде, в поездке, вообще все ваши мелочи, документы, ну и всякие полезные бумаги. Такая вот замечательная вещь. Сейчас мы ее сложим. Очень полезный гаджет для тех, кто путешествует самолетом или поездом ли, и так далее. Весит всего-навсего 46 грамм. 46 грамм для такого кошелька — это практически ничего. Действительно очень технологичная, удобная и легкая вещь. Продается в нашем магазине. Если вас заинтересовала такая, обращайтесь, звоните, спрашивайте. Не забываем о хороших скидках для постоянных клиентов. И до скорых встреч!